Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Доброе Светлое. Сегодня я мариную свои огурчики и использую наш самый любимый рецепт маринования огурцов. При этом расскажу все хитрости, благодаря которым банки мои никогда с огурцами не вскрываются. То есть, какие нюансы я в процессе своего опыта узнала и какие я использую секреты для того, чтобы огурчики стояли долго и банки не вскрывались. Использую зонтики укропа. Такая у меня приправа тархун растет, добавляю ее. Обязательно листья хрена. Несколько листиков смородины. И приступаю к заготовке огурчиков. Прежде чем заниматься огурцами, я ставлю на плиту кастрюлю с водой чуть больше необходимого объема и также помещаю в кружку с водой металлические крышки, таким вот образом стерилизую баночку. Пока вода закипает, я готовлю огурцы. Обязательно их тщательно промываю под проточной водой, чтобы смыть вот этот белесый налет восковой, который, возможно, вызовет вздутие банки. Банки могут вскрыться. Как можно тщательнее необходимо промыть огурчики. Затем я срезаю кончики или плодоножку на всех огурцах. И таким вот образом я подготовила огурцы и зелень, которую буду добавлять. Все тщательно промыла. Когда у меня вода закипает, я помещаю в нее хрен, зонтики укропа, приправы все, которые собираюсь поместить в стерильную банку, на несколько секунд для того, чтобы не попала грязь никакая дополнительная в банку. Банка простерилизовалась минут 10-15. На дно кладу 2 лавровых листа, несколько зерен черного перца и 2-3 зернышка душистого перца. И помещаю на дно листья смородины, хрена, укроп и другие приправы, которые использую для маринования. Затем плотненько укладываю огурчики. Те, которые подлиннее, я их вертикально укладываю, а чуть поменьше, которые, кладу уже поверху. И самое главное во время закладывания огурцов, это то, что самый последний огурчик я кладу чуть побольше, чтобы он удерживал все те огурчики, которые уже есть в банке. И тогда мне не придется никакую крышечку одевать, когда я буду сливать воду. Воду еще раз прокипятила после того, как окунула в нее зеленые листья. И уже после этого заливаю банку с огурцами кипятком и прикрываю стерильной крышкой. Огурцы залиты и стоят так минут 10. Тем временем в кастрюлю я кладу необходимое количество соли и сахара и немножко оставляю на дне кастрюли воду, чтобы пока огурчики пропариваются первой заливкой, соль и сахар у меня растворились. Рецепт у меня из расчета не на количество воды, а на количество банок. То есть на одну 3-литровую банку я кладу 3 столовые ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Соответственно, на 1,5-литровую банку я беру ровно половину. Через 10-15 минут я сливаю воду в ту кастрюлю, где у меня находится соль и сахар. И благодаря тому самому последнему огурчику, ничего у меня не выскакивает, не вываливается, все огурцы плотно и крепко держатся в баночке. Обязательно довести воду нужно до кипения и минуты 2 прокипятить, чтобы соль и сахар максимально хорошо растворились и прокипятились. Пока вода закипает, обязательно пустую банку закрываю крышкой стерильной. Заливаю огурцы второй заливкой и точно так же закрываю крышкой.
стараюсь на внутреннюю часть крышки не попадать руками, чтобы не нарушить стерильность. Через 15-20 минут воду опять сливаю, она уже почти вся остыла, и готовлю третью заливку, то есть хорошенько прокипячиваю рассол с солью, сахаром. В саму баночку, в данном случае 1,5-литровую, я добавляю 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. На 3-литровую я беру 1/2 чайную ложку кислоты. И заливаю тут же кипящим рассолом. После этого закрываю крышкой и укупориваю банки. Обязательно нужно перевернуть баночку и убедиться в том, что крышка прилегает плотно, что закрыта банка герметично, никакая вода не уходит. После этого по желанию баночки можно укрыть полотенцем и оставить до полного остывания.